Всем привет! Мы приехали в одно красивейшее место, где я делал арт-объект. Вот такие вот здесь домики. Природа вообще офигенная. Запах. Это удмуртская Швейцария. Сейчас все покажу. Для начала я покажу здесь местность вообще, как тут все. Мангальная зона, беседка. Такие фигурки из дерева стоят. Все сделано качественно, из натурального дерева. Такой мангал здесь. Здесь у нас вид на пруд. Это гостевой дом, самый большой. Здесь у нас чучело таких вот животных, медведей. Как живой. Еще один медведь. И еще один. Вот мы зашли в гостевой дом. Сейчас я вам покажу здесь. Вообще просто эксклюзивно. Люстры такие индивидуальные сделаны. Ну и очень много животных. Вся фауна Удмуртии запечатлена прямо здесь. Такой камин из камня. Медведи. Медведей здесь очень много. И даже на балалайке. Кабанчик. Хрю-хрю-хрю. Сюда мы приехали вообще устанавливать фигуры новогодние. Хотите, если посмотреть это видео, в описании будет под этим видео. Ну а сейчас идем на мой объект, который я делал 2,5 года. Посмотрим, что с ним стало, в каком он состоянии. Здесь у нас располагается баня с головой огромного лося. И еще один дом. Скоро Новый год, уже украшаются такими-такими фигурами. Здесь аэрация пруда. Здесь огромный карп водится. Зеркало пруда не одна, 1000 квадратных метров. Рыбалка здесь вообще зачетная, как и природа. В этот пруд, значит, текает ручей. Была дамба бетонная, просто бетонная дамба. Мы решили ее обыграть и сделать что-то интересное. Был дизайнер, предоставил нам эскиз, но мы повторили этот эскиз. И вот что получилось. Значит, здесь вот мост, специально такая площадка. Площадка, чтобы смотреть вот на эту красоту. Он в снегу немного, лось, медведь и вот такое вот, такое чудо. Два охотника, ну и вот эти вот кирпичики, деревья, ковочка. Сейчас подойдем все поближе, посмотрим. Здесь вот эту чашу мы полностью осушали, вот, чтобы вот работать с камнем. Подсветка у нас все сделана, все классно. Ну, подсветку, конечно, не мы делали.
Вот медведь. Вот из бетона он пустотелый. Спокойно стоит уже не один год. Чувствует себя замечательно. Здесь уже ландшафтненькие елочки посадили. Такие. Так, что тут у нас? Лед. Я боюсь здесь ходить. Все замерзает и полностью даже вот во льду это все. И все равно это функционирует. Функционирует спокойно. Все классно. Ну, что-то вот уже, конечно, заржавело. Вот ковка заржавела. Где-то, может, и краска слезла уже все равно. Уже не один год это все стоит. Высота вот этой стены около 6,5 метров. Высота охотников по 2,5 метра. То есть, а тут полностью это 30 метров, наверное, с лишним. Вот так все это выглядит спустя 2,5 года. Вот белые пятна на деревьях и на камнях, это соль, наверное, выделяется. Ну, в принципе, все стоит. Так где-то может подремонтировать, подкрасить, и все круто будет дальше смотреться. То есть многие говорят, что бетон боится льда. Он, да, боится, но вот, пожалуйста, пример глыбы льда, и ничего страшного такого. Конструкция это полностью она. Значит, вот здесь вот, насколько я помню, вот это прилегает уже к стене. А вот тут, вот по звуку вы видите, да, пустотелая. То есть полностью варился каркас. Варился каркас и накидывался слой. Первый, второй, там третий. Вот лось у нас весь в снегу. Ну классно здесь, летом вообще классно. Да и зимой классно, вообще красиво. Кому понравилась моя работа, вот это вот, обязательно лайк. И подписывайтесь на канал. Сейчас я вам покажу одно место. Там родник течет. Как мне говорили местные здесь люди, очень такое место, как сказать, ну там, тут живут удмурты, и такое, и они язычники, кто-то христиане уже, ну, короче, ночью сюда боятся ходить. Тут, конечно, все обустроено. Монетки здесь. Да, вот. Водичка холодная. Медвежонок. И вот этот как раз ручей втекает в пруд. Там дальше. Русалочка у нас из дерева. Сова там вон белая. Дом бабы-яги. И сама она в ступе с метлой. Ну и тут вот колодец и два таких рыцаря. Три. Одного не заметил. Запах здесь вообще прекрасный. Такое морозное сегодня утро. Дышишь полной грудью. Классно здесь находиться. Не то что город. Вот такое вот красивое место. С наступающим вас Новым годом!